Рано утром, буквально час назад, на одном из российских сайтов появилась очень ужасная для всех нас и трагическая новость. Надеюсь, что многие из вас помнят, любят и знают российскую актрису и певицу Эвелину Бледенс. Многие до сих пор слушают ее песни и смотрят фильмы с ее участием. В данной новости говорится о том, что сегодня рано утром певица обратилась в одну из больниц города за медицинской помощью. После обследования стало известно о том, что Эвелины Бледенс тяжелое заболевание, такое как воспаление легких. У нее сразу же были отменены съемки, которые были запланированы на неделю вперед. Сейчас Эвелина находится в больнице. Российские медики пытаются ей чем-то помочь. Давайте, друзья, поддержим Эвелину Бледенс. Будем надеяться, что наши медики окажут ей всяческую помощь, и она выздоровеет. Подпишитесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал, следите за нашими новостями и будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.